Грычик, у тебя одни глаза светятся. Вам, конечно, ничего не видно, но вы не представляете, какое у меня тут счастье, фермера. Надеюсь, вам видно. Неважно, мини-фермер или большой фермер, можно сказать, это счастье козавода. Пока у мужа перекур, я решила видео снять о своей радости. Не стала снимать, как мы грузили. Я стояла здесь, в кузове, муж подтаскивал, закидывал, я туда укладывала. Ну, просто он не любит, когда я его снимаю, поэтому я у него снимаю только ноги. И у меня бы, ну, не знаю, можно было попробовать, конечно, закрепить камеру, чтобы на меня только направить. Но я уже не стала заморачиваться, нам надо было быстро съездить, быстро привезти. Теперь вот по темноте разгружаем. Время 8 час. Смотрите, какое зелененькое. Обалдеть. Как мало для счастья надо. Девчонки, видимо, меня слышат. Орут. Вон козовник напротив. Да, Грейчик? Ой, ты в темноте прям ужас ужасный. Тут уже и кошка у меня побывала, запрыгнула. Как запрыгнула, вообще непонятно. Я сюда еле залезла. Со ступенькой, скажем так. Так что вот такой у нас, скажем так, сегодня событие. По 130 рублей. Можно было взять вообще по 80 рублей, но надо было ехать летом прямо с поля брать. Но у нас не получилось. Летом машина была на ремонте. И вот съездили сейчас. В том году мы брали, но нам привозили по 170 рублей тюк. И сено было не очень. Кто смотрели мои зимние видео, видели, что у меня там было очень много вот таких вот, вот прям вот таких вот желтых палок. Практически одни такие палки были. И я все вытаскивала собакам в подстилку зимой. Потом это поросятам в подстилку пошло по ранней весне. Потом мы это скармливали поросятам. Так что вот такая у нас радость. Так, все, муж уже, слышу, тачка гремит, едет. Надо закругляться. Пока тебя нету, я быстрее видео сняла. Чего? Я говорю, пока тебя нету, я быстрее видео сняла. Угу, я знаю, что я молодец. А, укладываем все в теплицу. Сниму, скорее всего, уже завтра. Сейчас по темноте там смысла нету ничего знаю снимать. Тебя муж смеется, зная тебя, сегодня побежишь снимать. Да там не видно ничего, Лёш. Там хоть и... Фонарик есть. Чего есть? Фонарик. Фонарик есть. Ну да, фонарик есть. Так что вот, привезли мы 50 тюков. Не знаю, не взвешивала, нет, со мной. Но по весу муж говорит разные. А вот, не взвешивала, не знаю. Ладно, будем дальше разгружать. Кстати, в газель 70 тюков спокойно войдет. А, ну вон у меня фонарик стоит. Да не, ну чё я там парник буду уже, сейчас уже не буду снимать. Чё я там буду снимать в темноте?